Всем привет! И проекту Amazing Grow Place совсем недавно исполнилось 6 лет. Представляете, это как будто ваш сын только-только родился и уже пошел в школу, как-никак, в первый класс. Я начинал играть на Amazing как раз-таки 6 лет назад, у меня был первый аккаунт под ником Charles Ward. Мы играли, и потом как-то все это постепенно ушло, забылось, и в итоге я сейчас играю на сервере Azure. Вы также можете начинать игру вместе со мной, вводя промокод Левонти. Это всего лишь обычное название моего прошлого канала, на котором сейчас выкладываю видео по GTA 5 RP. Поэтому просто заходим, вводим промокод и играем вместе со мной на Amazing. Но, чтобы не быть голословным, я расскажу вам немножечко о том, что же сделали Amazing за эти 6 лет и вообще, что они ввели в преддверии праздничного дня. Главное, это квест, который я прошел буквально за 2 или 3 часа, но я делаю это все без записи, потому что там завязано все на ключевых персонажах, на ключевых героях, которые играют немаловажную роль в создании самого проекта Amazing Grow Play. При прохождении этого квеста вам дается Black VIP на 14 дней, 300 с чем-то тысяч и какие-то еще плюшки. Прежде всего я хотел бы затронуть тему, как же подняться новичку с нуля на Amazing Roleplay. Давайте начнем с того, что есть был рынок, и в принципе здесь, набирая некоторую первоначальную сумму, так сказать, стартовый капитал, вы можете приобрести себе автомобиль и перепродать его с легкостью абсолютно, уйдя там на миллион, на 200, на 300к в плюс, потому что некоторые люди, даже я бы сказал большинство игроков Amazing, не знают подлинной экономики, подлинной ценности того или иного автомобиля, новички и так далее, поэтому вы можете просто перепродавать данный автомобиль, тем сам зарабатывать деньги. Также тут есть рынок, но рынок, по-моему, не так сильно задействован, поэтому все рыбачат, ездят на дальнобойщиках и занимаются какими-нибудь еще пару потусторонними вещами, например, поднимают в казино. Но давайте зайдем в казино, я вам покажу, в принципе, что там. Я думаю, что там тоже, ну, есть какой-то смысл подняться, если вы, конечно, любите рисковать. Но, скорее всего, видеоролик я сегодня не досниму, потому что за мной сейчас погоня, будут стрелять по колесам, и как-никак за мной сейчас идется что? Правильно, преследование. Абсолютно верно. Ну, то есть, приходится вот так уезжать от погонь. Давайте сюда во дворы, мы их сейчас запутаем. А что, вы будете прыгать? Ах ты гад, а. Ну нет, ну пожалуйста, ну нет, зачем ты? Ну куда ты, а? Полетели. Сейчас один подбегает. Ты тупой гад. Что ты делаешь? Я ж тебя уроню. Спать. Еще один идет. Да ты деградант, иди. Спать. Ну, может, досниму сегодня ролик, да? Давайте подумаем. Просто ролик реально нужно доснять. Ну вот, мы уже направляемся к казино городу Южного, потому что я хочу вам показать вообще, как реализована система здесь казино. Но скажу так, если вы играли уже на Амазинге давным-давно, то здесь обычные кости, которые вам помогут подняться буквально с шансом 50 на 50 победы. То есть, либо вы выиграли, либо вы проиграли. Ну, либо ничья, конечно, три исхода. Вот. Ну, проезжая на красный свет, не забывайте, что вам дается штраф 40 тысяч рублей, поэтому сейчас мы аккуратненько доедем до того местечка. И посмотрим, как там обустроено вообще. Ну, сейчас онлайн 400 человек. Как сказать, это будний день. Вроде как у нас у всех каникулы. Поэтому я думаю, что это более-менее нормальный онлайн. Залетаем. И посмотрим, что там да как. Ну, и сыграем, может, на 200к. Если, конечно, кто-нибудь со мной захочет. Ну, вот, то есть, на столе играют High Dice. Это у кого больше выпадет, получается, очков. Ну, и здесь сейчас напишем 200к, чтобы со мной играли, потому что хочется сыграть на 200к. Игра ничья. Хочется бы выиграть, конечно. Хочется выиграть. Но, к сожалению, мы проигрываем. Вот видите, то есть такая суть казино, поэтому не ходите. Далее, это, безусловно, работа дальнобойщиком, потому что перевозить грузы здесь, по-моему, самая выгодная тема, но недавно добавили таксопарки. У нас, по-моему, у Фомы есть свой таксопарк. Я, правда, не знаю, как там работать, честно говоря, но... Поприлагаю некоторые скриншотики, там люди реально зарабатывают неплохо. Сейчас я еду до таксопарка, покажу, в принципе, место расположения. Не знаю, наш это или не наш, но суть везде одна. То есть заработок примерно один и тот же у каждого из таксопарков. Вот там люди, по-моему, очухались, которых я убил, но ничего страшного, меня все равно сейчас посадят, 10 звезд как-никак. Но зато я до таксопарка доеду. Тут реализовано, значит, у нас
отдельная парковочка для автомобилей и реализован вход в таксопарк под названием «Уклон». Не знаю, от чего уклоняются, они, наверное, от какой-то ответственности довести нормально до пункта назначения. Но здесь мы видим то, что владелец это, конечно же, Фома Акерманы, водители 49 штук, банк 8 миллионов, награды и так далее. Ну, то есть это таксопарк нашей семьи. Таксопарк нашей семьи как раз таки, вот куда я приехал, это таксопарк нашей Фомы. Тут у нас бензоколонка, чтобы заправлять автомобили, ну а это автобаза. Автобаза, по-моему, никак не относится к тому, о чем я говорил, да? На автобазу мы... А, уборщик улиц, я понял. Все ясно. Пойти, что ли, задеймить кого-нибудь? Ой. Ой. А что у них? У них пистолеты по 90 патронов в каждом. Ну-ка, что он там говорит? Я сейчас расположу всех тут. Вот ё, блядь. Ты только свой жир нахуй на кровать можешь положить, понял, блядь? Чё, бля? Кстати, совсем недавно обновили интерьер больницы. Вот так она теперь выглядит. Очень приятный такой, знаете, новый стиль. Так сказать, одушевили ее. Одушевили, понимаете? Такая душевненькая больница, приятная. Новомодернизированная, новотехническая. То есть приятная больничка. Мне нравится. Такая приятненькая. Поэтому я еще разок хочу поздравить Амазин с такой знаменательной датой, как 6 лет проекту. Пожелать удачи, конечно, развития, счастья, здоровья и любви. Вот. Не забывайте регистрироваться по моему промокоду Левонти, играть вместе со мной на Амазин Кроуплей. Всем пока-пока, всем хорошего дня, хорошего настроения и так далее.